Здравствуйте, с вами команда Crypto Emergency. Сегодня мы расскажем вам о разделе сайта под названием «Крипто новости». Данный раздел посвящен всем событиям, которые происходят в криптомире каждый день. Поскольку наша площадка создана для людей со всего мира, то и раздел «Крипто новостей» переведен на все языки, которые сейчас доступны на платформе. Если новости есть на соответствующем языке, то они будут отображаться для посетителей платформы в соответствии с языком, который он предпочел выбрать на сайте. Также для ориентирования доступны разделы по самым популярным темам. Помимо этого, мы добавили возможность писать комментарии к новостям, чтобы пользователи могли вести обсуждение последних событий. С вами была команда Crypto Emergency. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и регистрируйтесь на нашей платформе.